Привет, скауты! С вами Кьюэйт и добро пожаловать в LEGO Marvel Avengers! Или просто LEGO Мстители, так даже лучше звучит. Большое вам спасибо, что вместе со мной подождали официального релиза игры, и мы без предисловий различных, тут важна сама игра, аниме-болтовня, но я скажу только то, что я буду играть на компьютере при помощи геймпада, я буду управлять геймпадом. Вот, ну иногда, может быть, ролики будут с PlayStation 4, я ее тоже там купил. Ну и давайте начинать! Саундтрек, послушайте только! О, как круто, да? Такой героический, очень круто. Первая ячейка, да? Начинаем, я очень уже хочу попробовать. Эта игра сделана по мотивам Мстителей, первой части и второй. Вау. Так, это, видимо, вторая часть. Где уже ртуть и алая ведьма. И кажется, мы в Латверии. Будем сражаться против барона фон Штрукера. По идее, он должен даже в первой миссии уже исчезнуть. Ну, посмотрим, как здесь это будет происходить. Здесь, наверное, будет полно лего-юмора. Я на это, по крайней мере, надеюсь, потому что главная фишка лего-игр — это юмор. О, черт, Мстители! Неплохо, Капитан Америка. О, черт, это круто! Халк! Вау! Кстати, у Халка здесь будут новые способности. На это мы тоже посмотрим. Воу, эта сцена как в фильме. Офигенно. Вау, это здорово, и мы приступаем уже к игре. С самого начала мы играем за Соколиного Глаза и Черную Вдову. У нее, кстати, новый костюм. Я его как-то уже, по-моему, показывал. Воу, что это за неоновые штуки? Я, кстати, играю на геймпаде, как я уже сказал, поэтому здесь будут немножко странно отображаться все эти штуки, потому что геймпад от PlayStation 4. В общем, он странно распознается, не обращайте на это внимания. Так, ну, вроде здесь ничего сложного, я, знаете, пока с вами разговариваю, только вливаюсь в игру и только обучаюсь. О, у нее даже есть какие-то пистолеты. Что, умеешь? Окей, а ты, Соколиный Глаз, у нее, по-моему, такой же костюм. Ну, может быть, чуть-чуть изменился, а вот стрелы, кажется, немножко поновее стали. Ладно. Здесь может заряжать Тор, по-моему. Так, есть подсказка. А, ясно, это, в общем, самый примитивный подсказки, как строить. Я это и так знаю. Ага, видимо, не только Тор может заряжать. Так, стой, подожди. Может быть, бить должно, нет? Ну, понятно, что Тор, я понимаю. Может быть, и ты тоже можешь? Вот, ясно. У меня тоже эти штуки электрические. О, ребята, вам лучше бежать, уже поздно. Чё себе? Воу, и как мы должны... Мы, наверное, должны это сбить и построить какой-то мост, как обычно. Ну, насчет графики могу сказать, что, по-моему, она стала немножко лучше. То есть как-то прорисовка все-таки детальнее. Не знаю, на это нужно будет потом еще позже посмотреть. Очень тяжело, когда, ну, кнопки неправильно показаны, то есть неудобно мне немножко. Так, ладно, здесь, где они, видимо, мигают. Я правильно хоть сделал? Ну, вроде как да. Так, Соколиный Глаз, по идее, у тебя эта штука должна быть. Давай. О. Я даже вот по старой доброй сноровке все это вспоминаю и довольно неплохо играю даже. О, интересно, можно за эту пушку встать? Нет, видимо, нельзя. Ну и ладно, у меня есть свой лук. Что это такое? Это чекпоинт? Вряд ли, наверное. А, это для Черной Вдовы. Подождите-ка. А, может быть, и не нужен нам лук здесь. Можно и без него обойтись. Давай, эту штуку можно как-то... О, нейс! Неплохой взрывчик. Получше можно было, конечно, сделать. Такой прям бум! Эпик взрыв. Ну ладно, так уж пойдет. О, это что за штука? Вау! Это может какой-нибудь общий сбор? Что это, действительно? Соколиный Глаз? Может... А, объединяться, конечно! Объединение! Это новая фишка этой игры, то есть они могут теперь как-то вместе взаимодействовать. Это круто! Такого раньше не было, это здорово, это что-то новенькое. Наверное, лучше... Отойти, отойди! Ладно. А, оно не сильно взрывается. Я думал, что тут будет такой взрыв.
Вот еще. Так, а где? Ага, вот. И последняя, кажется. Это четвертая, да. Сколько монеток? Давайте собирать, почему бы и нет, пока время есть. А, это просто дополнительная штучка. Так, теперь куда? Ну, нет, не сюда. Мы здесь уже все сделали. В чем проблема? Так, а ну-ка иди сюда. А, еще раз. Хорошо. Неплохо, но я думаю, нас это не остановит. Где, кстати, другие мсти... Вот, я только сказал, где чертовы мстители. Вот и Халк появился. Офигеть. О, там железный... Железяка и... И Халк. Что может быть лучше? Помните, Лего Марвел Супер Хироус именно так и начиналось. Миссии, где мы играли за Железного Человека и за Халка. Так, что нам нужно сделать? Воу, неплохо. Что еще умеешь? А ну-ка, Халк, хочу за Халка поиграть. Ну, это раньше уже было. Он, по идее, может супер быстро бегать, супер круто прыгать и еще по стенам может лазить. Это круто. Нужно глядеть уже, наверное, в свободной игре. Здесь, наверное, простора такого не будет. Так, золотые блоки, мы это все знаем уже. И, кстати, немножко по-другому выглядит костюм у Тони Старка. А, стоп, это что? Что за костюм? Покажи-ка. Ладно. Что? А, это мостик просто. Да я пролететь могу, а Халк как-нибудь перепрыгнет, я думаю. Так, а ну-ка, давайте попробуем еще одну фишку. Ох, не зря я ждал эту игру. Хочу, конечно, миссии как в каком-нибудь городе, чтобы они прям, ну, супер крутыми были. Здесь, конечно, неплохо, но мало места. Нигде разгуляться. Уходи. О, вышка, подожди-ка. Халк, а ну-ка, ну-ка попробуй. Стоп, 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 стоп. Вот мне интересно на объединение Халка и Железного Человека. Что они могут сделать вдвоем? А что это было? Я думал, ты вышку можешь разрушить. Подождите-ка. Вот же для него. Ну давай. По-моему, быстрее стал вырубать. Это вырывать. Железяка. Воу! Это кто был? Заразы. Уходите. Дайте мне спокойно сделать. Я попадаю вообще? Да уйди! Подожди. В чем проблема-то? Какой-то лазер. А, здесь вырезать нужно! Шестеренку, или что это? Ну, по идее все, нет? Кто-то еще? Может быть нагреть? А, вот еще здесь вырезать. Довольно странно, кстати, там очень все мелко и не разглядеть. Да, я не думаю, что против Халка что-то можно сделать, ребята. Ну ладно. Так, пойдемте дальше, здесь ничего интересного. О, Кэп. А кто еще остался? Ну, только Кэп, по-моему. Больше никого. А, не Тор, конечно же, как я его забыл. Хорошо. Хочу объединение, почему не было с Халком? Что это такое вообще? Странное. Вау, монеты, 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 мы любим их. Не хочу на вас тратить время. Что тут такое есть? Или их, по-моему... Оу, круто, ты умеешь отбивать? Раньше я этого не замечал. Что-то новое открываю. Ты летаешь. Что за джетпаки такие? Погоди-ка, молнии, молнии, давай. Может, новая способность появилась какая-нибудь? По-моему, когда я играл на Игромире... Так, он умел бить молнии. Нет, не такие. Во! Давай, молотом. Найс. И последний. Погоди, погоди, летуна надо сбить. Кстати, хочу посмотреть еще на костюмы. И вообще, сколько персонажей, какие здесь персонажи есть. Хотя там очень многие фотки сливали. И, в принципе, можно по фоткам собрать всех персонажей, но все равно хочется попробовать все это в игре. Естественно. Зачем мне эти фотки, если уже есть игра, она вышла? Так, что это за штука? Мне кажется, что можно как-то это разбить. Мне игра даже намекает, но не совсем понятно как. Погодите-ка. Может быть, Кэп, может быть? О, может, Кэп? Ну-ка. Нет. Ладно, погодите. Я слетаю сюда, может быть, что-то здесь нужно сделать. Так, а здесь? Детали, ищем детали. Нужны явно детали.
А, вот еще ящик. Кстати, ящик щита. Видимо, щит нам подослал несколько... О! Что ты делаешь? Боже мой. Что здесь? Только персонажи с щитами, например... А, ну это мы знаем, мы это уже пробовали как-то. По-моему, я все собрал, нет? А, нужно потушить, конечно же. Ну, тогда нам по-любому... Стоп, зачем я эту штуку разбивал? По-моему, с помощью нее можно натянуть канат и пройти. Если я не ошибаюсь, конечно же. По-моему, я это зря сделал. Они не появляются, да? Черт. Кэп, что у тебя за проблемы? Давай быстро, разберемся и все. Кэп слабенький какой-то на самом деле. Что-то он долго. Воу, что это было? Офигеть. Посмотрите, когда Кэп бьет, какие-то остаются следы. То есть он очень быстро или очень сильно бьет, не знаю. О, то есть ты это мог разбить, почему ты раньше мне не сказал? И зачем это? А, здесь пройти можно. Ты сможешь, давай. Так, хорошо. Вау. Так, так мы раньше не умели делать. Беру свои слова обратно. Погодите, ну нажимай, я же нажал, в чем проблема? А, вот, сначала щит, потом прыжок. Разобрался. Бэм! Крутое слоумо. Все, собираем. Ах. Ну что, готово? Огромный механизм. Напишите в комментариях, вообще нравится ли вам игра. Может быть, вы уже тоже попробовали, потому что я видел в группе очень много людей писали по поводу того, что они тоже уже качают игру и тоже все это будут смотреть. Так, здесь, по-моему, нужен Тор. Теперь я понял, что эти штуки желтые для тебя. Нормально. Когда мы уже воссоединимся? Где общий сбор, ребята? И пока я никого не вижу. Монеты? Ух, там синий есть. Давай слетаем. Воу-воу-воу, турели, черт возьми. Так, здесь для какого-то пса, ну или персонажа, который может все это раскопать. Например, Росомаха. Вот, щит неплохой, да? Средство против этих штук. Давай, отключай. Вроде все. Там, кстати, есть... Да, деталька, запасная, сюрприз. Но я не могу его взять. Так, нет, я все-таки это могу разбить. Я думал, что Кэп слишком слаб для этого. Но нет, ребята. А? Здесь, видимо, какой-то заряд нужно. Это прям специально для Кэпа. Первый раз такое вижу. Или было такое, не помню. Воу, какая-то красная энергия. Божечки. Хочу еще поиграть. Только победа, только за Гидру. Боже мой. Ребята, вы че? Вам долго не жить. Здесь, кажется, объединение, да? Хочу объединение, давайте, давайте, давайте. Тор и Кэп. Это же лучшее, что можно было увидеть. Так, эй. Как-то Кэп вообще не может с ними разобраться. Давайте возьмем Тора лучше. Сюда. Найс. Так. Погодите, нам явно нужно соединиться. Давай. Становись. Ну, давай, давай, давай. Да в чем проблема ваша? Во! И ударная волна. Круть! По-моему, это было в фильме даже. Все? И чего так долго? А, взрыв, ну конечно. Так, катсцены я люблю. Джарвис! Iron Legion. Ну, мы знаем, что Альтрон потом заберет это все себе. Ну, если бы смотрели Мстители 2. Да, люди не совсем понимают, что они дружелюбные. Но они на самом деле выглядят как супер-пупер крутые роботы, которые всех уничтожают. Помните в короткометражке, которую я озвучил, у него был немножко другой голос.
to surrender. If we give the Avengers the weapons, they may not look too fond to what we've been doing. Да, не станут, конечно. No, no. I mean the twins. Так, по идее, сейчас должен появиться ртуть. Да, как я и сказал. You didn't see that coming? А, быстрый, зараза. Снеговики, серьезно? Clint's hit pretty bad, guys. We're gonna need evac. I can get Bot into the jet. The sooner we're gone, the better. You and Stark secure the scepter. Copy that. Так, ну по идее мы сейчас должны играть за Железного Человека. Потому что именно он влетел в это здание и нашел Тессеракт, и что там еще было? Так, за кого играем? Кэп. Я его даже не заметил, извини, чувак. Неплохо. Только мне мешают эти надписи кнопка 4 и кнопка 3. Они меня бесят. Ужасно бесят. Я постараюсь это поправить. Но пока с этим сделать ничего не могу. То есть это геймпад PlayStation 4. И Windows его именно так распознает. Так, нам нужно 10 золотых уничтожить. Ну, таких, знаете, крутых. Вот, подождите, может я сюда могу заскочить? Нет. Здесь, по-моему, для другого персонажа. Ладно, подождем. Или погодите. А, я понял, все. Мы не сможем. Здесь сохранялка. Уйдите, уйдите. Я иду сюда. Нет, здесь закрыто. Черт. Стоп. Да ну. Здесь летал Железный Человек, а я там... О, ребята. Вы меня совсем не любите. Почему об этом не сказали? Так, по-моему, на меня нацелились, нет? Монетки, мы их любим. О! О, дело пошло на лад, когда я выбрал Железного Человека. Да. Есть. Так, где-то внизу. Нас бы еще догнать нормально. Воу, луч. Офигеть, вы видели, он все здание. Это круто было, бесспорно. Кажется, это был наш квинжет. Нет. Так, ребят, не трогайте, подождите, я дострою. Спасибо. Вот послушные ребята, вот эти хорошие, мне нравятся. Даже спрятались и выстроились. То, что нужно. Кстати, ребята, я сейчас где-то слышал Стэна Ли, он где-то тут. Помните, нужно было его спасать? Вот здесь то же самое. Это круто, это оставили. Абсолютно правильно. У Стэна Ли сейчас, правда, проблемы, к сожалению, потому что он, у него сильно ухудшилось зрение, он даже читать сейчас сам не может. То есть реально все очень плохо. Но, надеюсь, пойдет на поправку, хотя это вряд ли. Ладно, мы стреляем из пушки. Нам нужно еще две отключить, ну, из двух выстрелить. Неплохо, идем наверх. И я здесь немножко монеток пособирал. Думаю, нам хватит. Так, ребят, не трогайте меня, я пройду, ладно? Оставьте здесь, внизу. Я к вам обязательно вернусь, или Железный Человек, кто-нибудь вас доберет. Так, а как это вырубать? Неужели так просто? Ладно, пойдет. Вау, можно спуститься вниз. Хорошо, давайте. Так, куда? Стоп. Что-то здесь было? Нет, я хотел не драться. Ладно, ты не... Я понял, все. Пойдем. Кэп не может собрать, ну его. Хорошо. Где-то здесь еще... Вот, пушка. Кстати, здесь знак Гидры, да? Да. Все. Все правильно. Еще одно. Замедление, замедление. Так, здесь вниз не нужно. И, по-моему, еще одна осталась на той стороне. Нам нужно спуститься вниз. Если я не ошибаюсь. Так, а вот здесь я не могу почему-то все это рассмотреть. Так, погодите-ка. Ну, это не для меня. Ой, так, нет. Нет, все, идем, значит, сюда. Идем снова наверх. И пойдем в другую сторону. Не лезь ко мне, не лезь. Не хочу с тобой драться. Не потому что я слабый, я просто не хочу. Ну, я добил. Здесь, кажется, придется попрыгать. Ну... Своего рода паркур я тоже люблю. Хоть и играю плохо, если вы смотрели мои прохождения по Лего, то вы знаете это точно.
Ну окей. Будем пробовать. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, не упади. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, видите, Стэн Линн, где он? Я бы его с удовольствием спас, если бы нашел его. Я его даже не вижу. Где ты, Стэн? Может быть, под этим костром? Стэн, куда ты делся? Черт возьми, я бы его нашел. Не вижу, может быть, он где-то наверху? Вэээ. И мы уже здесь появились. Неплохая телепортация. О, ладно. Что? Как он так... Я еще удивился. Как он голову так потерял. В трусах. Если они сердечком, то это лайк, ребята. Потому что вы помните, в Лего Марвел Супер Хероус у него были трусы с сердечком. Да, это они, боже мой. Офигеть. Алла ведьма. Трусы с сердечком. О, это круто. Заколдовала его. И, по-моему, сейчас он увидит... Это что такое? А, сейчас... Да, вот, это этот сон, где Мстители умрут. Где якобы они мертвы и по вине Тони Старка. Это помните в конце первых Мстителей, когда инопланетяне напали на Нью-Йорк? Да, отпустим, представляешь? Хм, посох Локи. Интересно. Неужели это конец? Да, Штрукер вне игры. То есть мы, по идее, его победили. Здесь, правда, этого не показали. Блин, ну пока все очень круто. Появились новые фишки, а именно взаимодействие персонажей. Это здорово, мне это очень понравилось. Дальше геймплей стал интереснее и насыщеннее. То есть много персонажей, это круто. Посмотрим, что будет дальше. Ну, по идее, если игра про Мстителей, то... 94, черт, не хватило! 6%, вы что, издеваетесь? Ну, ё-моё. Мстители Эль-Альтлёна. К сожалению, Стэна Ли мы не спасли. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Я буду очень благодарен, если вы поддержите это прохождение. Также оставляйте свои комментарии. Если вы тоже играете, то пишите свое мнение по поводу этой игры. У нас даже есть один золотой блок. Неплохо. Пишите свое мнение по поводу игры, только не пишите спойлеры, пожалуйста. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем спасибо, всем пока!